Мы, наверное, действительно тремя путями пойдем. Мы закупим сейчас нужное количество, чтобы провакцинировать врачей, учителей, торговых работников. Ну, кто больше контакт с людьми поддерживает, особенно врачей, нам надо провакцинировать. Мы сейчас найдем оптимальную вакцину. И я очень рад, что ученые замахнулись, наши специалисты, тоже практикующие, на производство собственной вакцины. Учитывая то, я в этом убежден, наверное, и вы, что мы от этой заразы никуда не денемся. Как грипп, так и она с нами останется. А значит, нам нужна будет вакцина. И надо свою разработать. Специалисты есть. Надо браться за это, не бояться. И там деньги, я посмотрел, небольшие. Где-то порядка, 5 миллионов рублей. И мы окупим это. Мы окупим, только надо быстро двигаться в этом направлении.